Привет всем. В этом видео я хочу показать вам, как мы работаем на съемочной площадке, когда снимаем рекламный ролик. К нам обратилось рекламное агентство Remark. Они захотели, чтобы мы сняли для их клиента рекламный ролик про отель Екатерина. Рекламный ролик на 15 секунд. И мы с Антоном согласились, конечно же, это сделать. Нужно сказать что-то напоследок. Чё, чувак? Увидимся на съемках. Бетон тебя ждет. Чувак, стол теперь будет стоять не там, а вот здесь. Здрасте. Наташа декоратор, Антон, Игорь. Привет, меня Игорь зовут. Идея ролика в том, чтобы показать, что в отеле Екатерина есть зал банкетный и номера для молодоженов. То есть это будет похоже на свадебную съемку чуть-чуть. Потому что будет невеста и жених. Как мы работаем, когда получаем заказ на рекламный ролик? Мы стараемся выехать на место, посмотреть, где мы будем снимать, если это определенная локация, либо сами придумываем локации. В этом ролике, естественно, локация сам отель, он как герой у нас. Нарисовали раскадровку, пришли на место, разобрали свое оборудование и стали ждать актеров. Потом пришли актеры, и мы начали съемку и снимали 5 часов. Да, пройти, пусть они пустят. Попробуй. Не готов еще? Нет. Тарелки с официантом и сняли танец с двух планов с дымом и без дыма. Сверху и снизу. Сверху и снизу. Ну нормально, хватит. И пэкшот еще 3 секунды 4. И текст еще. Да, нам нужно логотип. А текст значит почти минимальный. 15 секунд. То есть так-то успеем сказать. Наташа. Давай по тексту подумаем. Смотри. Да вот ты реально сейчас вот прям думаешь, что я буду прямо глаза есть. Счастливые, там, воодушевленные. Нет, смотри. У них прям тексты-то. Стандартные есть тексты. Да даже не буду говорить сейчас об этом. Попробуем. Ты устал, что ли? Нет, я думаю. Ну, то есть ты не устал? Ты еще можешь снимать? Вот сюда. Все закончилось тем, что мы наконец-то поужинали этой едой. Она настоящая. До свидания. Мы еще не начали, но начинаем. Да-да. Стал молодоженов. Что, нормально поснимали? Нормально поснимали. Давай рассказывай, что было хорошо. Хорошо был свет, хорошо было солнце. Ты были актеры. Прикольная была еда. У тебя сейчас сумка порвется, ну ладно. Какая? Не вникай. Плохого ты сломал крепление.